Сегодня был заслушан отчет о работе Жамбылского областного управления внутренней политики наряду с достижениями прошлого года. Речь также шла о планах и инициативах, которые будут реализованы в этом году. Рассмотрены пути реализации намеченных целей. Руководитель управления внутренней политики Улана Асламбекова, курирующая социально-политическую ситуацию в обществе, рассказала о проделанной работе в прошлом году. Также были озвучены итоги социологического опроса, который проводится ежеквартально. По словам руководителя управления, рост цен на товары и тарифы на коммунальные услуги часто беспокоит население. Рост цен на социально значимые товары, коммунальные услуги составил от 28 до 62%. Лидеры роста – Байзахский, Жуалынский, Сарысуский, Тура-Рускуловский, Таласский район и город Тарас. Это по коммунальным услугам будут приняты меры, даны соответствующие поручения. В прошлом году администрации президента была проведена работа по изучению рекламы азартных игр. В итоге выяснилось, что наглядные пособия проводимых розыгрышей часто встречаются. В этой связи Улана Асламбекова предложила заменить баннеры, рекламирующие азартные игры. Была проведена работа администрации президента Республики Казахстан. Проводились встречи. Разъяснительные работы о вреде этих явлений продолжаются. Предлагаем развешивать баннеры иного содержания. Стоит отметить, что с начала года под председательством акима области будет проводиться ежеквартальное совещание по межэтнической ситуации. Кроме того, планируется провести ряд широкомасштабных мероприятий по празднованию юбилейных дат. Также на встрече состоялось отчетное совещание руководителей учреждений подведомственных управлению внутренней политики. Риналь Рахматуллин, Руслан Сандыбаев, Айкон Акпарат.